За эрой аэропланов винтовых должна следовать эра аэропланов реактивных. Эти слова основоположника реактивной техники Константина Циолковского стали получать реальное воплощение уже в середине 30-х годов 20 века. К этому моменту стало ясно, что дальнейшее значительное увеличение скорости полета самолетов за счет возрастания мощности поршневых моторов и более совершенной аэродинамической формы практически невозможно. На самолетах должны были устанавливаться моторы, мощность которых не могла быть уже увеличена без чрезмерного возрастания массы двигателя. Так, для увеличения скорости полета истребителя с 650 до 1000 км в час необходимо было мощность поршневого мотора увеличить в 6 раз. Было очевидно, что на смену поршневому двигателю должен был прийти реактивный, который, имея меньшие поперечные размеры, позволял бы достигать больших скоростей, давая большую тягу на единицу веса. Первые образцы реактивной техники появились в странах, где традиции в области развития науки и техники и уровень авиационной промышленности были чрезвычайно высоки. Это в первую очередь Германия, США, а также Англия и Италия. В 1930 году проект первого турбореактивного двигателя запатентовал англичанин Фрэнк Уитл. Затем первую рабочую модель двигателя собрал в 1935 году в Германии Ганс фон Ахайн. При создании первых реактивных истребителей советские конструкторы столкнулись с проблемой отсутствия мощных и надежных реактивных двигателей. Первые советские реактивные истребители оснащались копиями трофейных германских двигателей BMW 003 и Джума 004. Кроме того, было создано несколько типов опытных и малосерийных истребителей с комбинированной силовой установкой, а также несколько истребителей-ракетопланов. В опытном конструкторском бюро Микояна в этот период были созданы МиГ-9, МиГ-13 и ракетоплан И-270. Новый этап в развитии отечественного авиастроения наступил с закупкой в Англии турбореактивного двигателя Rolls-Royce Derwent. В ОКБ Микояна прорабатывалось два варианта истребителя с двигателем Rolls-Royce. Первый из них И-320 шифр FN представлял собой истребитель МиГ-9 с прямым крылом, оснащенный новым двигателем. Второй – более прогрессивной схемы с асимметричным расположением двигателя в хвостовой части фюзеляжа и стреловидным крылом. Проект был обозначен И-310 и получил шифр S. Впоследствии этот истребитель был обозначен МиГ-15 и стал самым массовым реактивным самолетом в истории самолетостроения. Было выпущено более 15 тысяч таких машин, которые поступили на вооружение военно-воздушных сил и ПВО СССР, а также военно-воздушных сил около 40 других стран. Первые МиГ-15 были приняты на вооружение в 1949 году в Советском Союзе, а последние сняты с вооружения ВВС Албании в 2006 году. Двигатель для этого мирового лидера своего времени изготавливался среди прочих и руками запорожцев на моторостроительном заводе, который ныне гордо именуется «Моторсич». Двигатель РД-45Ф – одновальный, турбореактивный, с одноступенчатым центробежным двухсторонним компрессором, 9 индивидуальными трубчатыми камерами сгорания и одноступенчатой осевой турбиной тягой в 2270 кг силы. В течение 6 лет запорожским заводом было изготовлено 3964 двигателя РД-45Ф. Проектирование нового истребителя было начато в конце 1946 года. 11 марта 1947 года Совет министров СССР утвердил план опытного самолетостроения на 1947 год, в соответствии с которым приказом МАП номер 210 опытно-конструкторское бюро Микояна поручалось разработать фронтовой истребитель с герметичной кабиной и построить его в двух экземплярах. Назначением самолета, согласно документу с требованиями, утвержденному Вершининым, являлось введение активного воздушного боя с истребителями и бомбардировщиками противника, отражение налетов авиации противника, удары по наземным целям и выполнение задач разведки и контроля боевых действий.
В декабре 1947 года первые прототипы должны были быть предъявлены на государственные испытания. МиГ-15 стал одним из основных истребителей, участвовавших в Корейской войне. Разделенная на две части, Корея оказалась по итогам Второй мировой. Северная Корея попала под политическое влияние СССР, а Южная – Соединенных Штатов Америки. Именно в этой войне советские истребители МиГ-15 проявили себя и вошли в историю мировой авиации. Первые бои с участием советских и американских истребителей произошли 1 ноября 1950 года. В небе сошлись реактивные машины. Победа в бою с американским F-80 досталась МиГ-15. Американское господство в воздухе было потеряно, и даже новейший американский истребитель F-86 «Сейбр», превосходивший по некоторым параметрам МиГ-15, не смог тягаться с ним. Помимо этой войны, МиГ-15 применялся в первых арабо-израильских войнах и в многочисленных менее значительных военных конфликтах по всему миру. Его учебно-тренировочный вариант МиГ-15 «Ути» на многие годы стал основным советским учебным самолетом, а также стран-участниц Варшавского договора, КНР и многих других.